Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Снова Мастер. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем в Sky Control. Ведь вы набрали 5000 лайков, я даже больше скажу, вы набрали больше лайков. К сожалению, у меня не получилось так быстро собрать, найти ютубера, который бы со мной записал этот режим. Но давайте на этом ролике берем тоже 5000 лайков. И я вот к следующему видосу, в течение следующей недели, постараюсь найти человека, там Трассера, Аида, возможно, какого-нибудь другого, не знаю, ютубера какого-нибудь, с которым бы записал бы этот режим, типа, может, противостояние или вместе. Вот, где мы вместе записали бы этот видос, я думаю, будет прикольно. Сори, что сейчас не получилось, я пытался, но просто очень мало времени, в пятницу выложил прошлый видос, теперь уже этот видос. Короче, мы сегодня поиграем опять в этот режимчик, я хочу зайти в настройки и настроить его уже на более длинную игру, чтобы сейчас сыграть такую более продолжительную катку. Давайте сделаем поинтов, не знаю, 250, мне кажется, будет нормальным. Едой у нас будут опять же яблоки, я считаю, то, что стейки слишком имбово. Также еще есть золотые яблоки, тоже имбовый хлеб. Ну вот, мне кажется, ну можно, нет, все-таки яблоки. Чтобы люди тратили время на то, как они хавают именно эти яблоки. И блок спаун рейт сделаем 3 секунды, чтобы быстрые раши не происходили тоже. Сейчас мы сделали такую более за, ну, такую длительную игру. Я хочу просто поиграть в этот раз подольше. И давайте распределимся по командам. Я буду за красную, лидером синей команды будет... пусть будет лидером синей команды Алекс Блендер. Алекс Блендер, давай за синюю команду прыгай. Шух, Алекс Блендер за синюю команду. Я себе выбираю в команду Денчик Барсика. Давай ко мне, Денчик Барсик. Ко мне падает, сейчас буду здесь стоять, смотри. Так, выбирай себе в команду, Алекс Блендер. Так, я выбираю себе Корвицуса. Корвицус, давай ко мне прыгай, дорогой мой мальчик. Отлично, Корвицус прыгнул. Так, Алекс Блендер, давай выбирай себе кого-нибудь третьего. Что он так долго думает? Давай быстрее, Алекс Блендер. Так, выбрал себе этого чувака. Я выбираю себе Сайлент Гоблина. Сайлент Гоблин, давай сюда. Отлично, сейчас у нас, видите, сильные игроки, вы всех уже знаете, сильные игроки. Давайте возьмем себе Блэк Шадоу. Я вот думал Watch Dog'а взять, но потом ладно, Блэк Шадоу возьму, Watch Dog'а в следующий раз как-нибудь возьму. Это Блэк Шадоу очень часто себе в команду беру, он на кому-нибудь... Но уже, видите, сегодня без Донха, потому что Донх очень много раз в выпусках был, надо бы дать ему отдохнуть от роликов, я думаю. Ну все, погнали, старт гейм. В принципе, объяснять правила и все остальное, я думаю, не стоит, потому что вы смотрели прошлый ролик, не забывайте 5000 лайков. Все, что вам нужно поставить, это 5000 лайков, и мы уже можем сказать, так, я пойду захочу первую точку, там ребята сколько блоки, не знаю, полутают, так, не крюсь меня на Денчик Барсик. Так, первая точка захвачена, отлично, можно идти строиться сюда, блин, мне мало блоков с собой на самом деле. Думаю, что хватит, но хотя я пробую там перепрыгнуть, наверное. Вот так вот с дабл джампа, оп. Оп, отлично, получается, получается, хорошо. Главное, чтобы я потом вернуться обратно смог. Вроде Денчик Барсик строится, отлично. Получаем вторую монеточку, отлично. Две монетки, я уже знаю, что я прокачаю за эти монеты себе. Также заберу немножечко блоков, потому что у них падает, офигеть. Мы получаем больше очков, потому что у нас больше захвачено точек. Вот так вот прокачиваемся. Хорошо, так что у нас там за точки 4. Слева никто у нас не захватил, пойду на левую точку, пожалуй, простроюсь. Ребята, идите на центр, пока захватывайте центр в моей команде. 250 поинтов. Интересно, как игра будет развиваться в этот раз. В прошлый раз, если вы помните, был вообще эпичный гейм. Спасибо, что поставили так много лайков. Вот я прямо так... Денчик Барсик. Вот, монетку мне дали, хорошо. Я уже думал, сейчас закрысит у меня монетку. Так, на центр мы до сих пор не построились. Что за дела? Что вообще за тема? Что за дела? Так, идите, мешайте им, мешайте им. Сразу же мешайте им. Денчик Барсик, все остальные мешайте им. Хорошо, мешать им пошли, сразу же убиваем их, скидываем и так далее. Давай, строимся, 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 строимся. Так, я сразу же делаю вот так вот. О, ты побежал, боже, куда он побежал? Так, так, одного скинул, хорошо, ребят, минус один. Так, сейчас у них тут Алекс Блендер, у него снизу лучше позиция, чем у меня, поэтому я просто его скину, вы захватываете точку. Так как ты упал, Корвицус, ты должен был убивать, я в тебя верил. Так, ладно, сделаем так и так, это очень важно. Прокачаемся именно в эту сторону, потому что я хочу более большую скорость. Я считаю, все-таки вначале важна мобильность, чем преимущество по вещам. Кстати, мы очень сильно выигрываем. Противники что-то очень слабо играют, мне кажется. Хотя у них там больше киллов, чем у нас. У наших киллов меньше. Так нифига, у них тут шмотки закуплены. Но из-за того, что мы более мобильные... Офигеть, нас тут напали эти чуваки. Так, разбирайся с ними, разбирайся, разбирайся, разбирайся с ними. Я пошел сюда, но только Алекс Блендер пришел мне мешать. Так, Алекс Блендер сейчас быстренько убиваю. Так, мне там еще спину кто-то нафигачил. Эх, нельзя, все-таки не захватил никакие поинты. Так, у нас здесь сел, все захвачено, все хорошо, все отлично. Чуваки, мы плюс 8 получаем, они плюс 6, поэтому, в принципе, у нас еще и центр захвачен, это хорошо. Но пока мы на них нападаем, они, конечно, получают разные поинты. Так, так, я должен еще свигнуть оттуда. Так, пацаны, моя точка, ну-ка валите отсюда. Так, меня выкинули из центра. Чуваки, там у нас центр захватили, нужна помощь. Срочная. В общем-то, режим на самом деле крутой. Мне нравится, как он реализован, мне нравятся вот здесь прокачки и все остальное. Здесь очень все круто выполнено. Мне на самом деле по кайфу в такое играть. Так, сейчас под крышу. Нет, не подкрысил монетку, к сожалению, я хотел. А видите, они захватывают центр, когда у них левая и правая точка все еще наша. Это очень странно. Типа они не должны так делать, это очень странно. Типа супер нелогично. Так. Захватил точечку.
Эх, получил монеточку. К сожалению, не смог выиграть этого чувака в ПВП. Пока что прокачаю себе оружие, наверное, до каменного меча. Хотя вот стартов, в принципе, зона деревянным тоже неплохо. Я на 1.12, если честно, не очень шарю, как здесь сделаны всякие острота и все остальное. Что ты собрался, чувак? Давайте-ка мы его, этого вачдога, выкинем отсюда. Так, тут центр у нас тут захватывает, нифига себе, застроились, смотрите, захватывают центр, нифига себе. Ну-ка, давай-ка отсюда пошел. Так, я центр захочу, дай, дальше, дай, я должен похавать яблочки. Вот с яблочками реально, конечно, сложнее, тебе нужно их постоянно хавать, чтобы регениться. Потому что если ты их не хаваешь, не регенишься. Ну, типа, какой смысл играть без яблочек? Я просто не вижу никакого смысла. Типа, со стейками реально слишком имбово. Не так часто их нужно есть. Даже, наверное, возьму во вторую руку яблочки. Так, сюда бежим. Хорошо, захватываем. Так, чувак, и сзади тебя, чувак! Молодец. Иди дальше. Хорошо, так, я должен здесь ждать на приеме чувака. Так. Чего он не падает? Ну, когда я падаю сюда? В итоге я упал, а он выжил. Найс! Найс, демастер, найс. Крутой ты игрок, на самом деле, нет. Вот так вот, просто 3 вармор, фул золотую броню себе делаю, пока что фул золотой, мне думаю, кажется, будет достаточно. Можно, конечно, вкачать себе фул кольчугу, но типа не вижу смысла в кольчуге пока что. 0 на 72, ну это просто какой-то разгром изичный. Так, нужно сейчас нападать на них, нападать. Так, наши чуваки, ну просто их разрываем сейчас, реально просто рвем пацанов. Так, я вот сейчас залетаю в толпучку, начинаю тут фигачить, меня прямо жестко чувак убивает, блин, жесть. Но пока что мы ведем. Это на самом деле изи играли, проверять. Хотя мы вроде правильно распределялись, нормально. Вроде сильные игроки ко мне пошли в команду, и сильные игроки за них играют. Но не знаю, почему только перевес. Видимо, может быть, я ошибался насчет сильных игроков. Красно убиваем этого чувака. Забираем монеточку. Я забрал ее. Хорошо. Так, все, сиди начинают вроде бы возвращать себе все посты. Но все равно 100 на 0. Не знаю, камбэкнуть в этой ситуации для них будет очень тяжело. Я, конечно, сейчас нападаю так в спину на крысичек. Тут Кондутян и... Алекс Блендер, хотя бы Алекс Блендер разобрать. Ах, Кондутян, наверное, уже не заберу. Да, Кондутян уже не забрал, к сожалению. К сожалению, не получилось ее убить. Не получилось. Бывает такое. Хорошо, погнали на центр. У нас пацаны все еще в кожаной броне бегают. Опасно, потому что чуваки во вражеской команде начинают одеваться в более крутые шмотки. Пока что все достаточно неплохо для нас идет. Ну, как неплохо, прямо супер отлично, как вы видите. Прямо захватываем 8, плюс 6 вроде дают, но мы постоянно у них забираем очки за счет захвата. 99 на 2. Прямо вот какое-то сейчас такое жесткое противостояние началось. Непонятно, кто выигрывает. Так, Денчик Барсик, иди дальше. Давай, защищай меня, Денчик Барсик. Я должен... Нифига там, у этого Алекс Блендера какой-то крутой этот... появился меч какой-то жесткий, каменный. Офигеть, нас двоих раскидал. Так, они начинают получать откуда-то такой жесткий профит. Давайте я пока сделаю вот так вот. Я просто захотел поменять себе полностью фул бронь. Вот. У меня когда 3 монетки появляются, сразу же хочется за себя фул броню сразу поменять. Это забавно. И почему-то мы, кстати, единороги, заметили, у нас есть такой рог наверху, мы единорожки. Но пока что противостояние, конечно, в одну сторону игра идет. Они, конечно, пытаются что-то сделать, но у них, мне кажется, недостаточно какой-то скорости, что ли, или что-то такого. Потому что они прокачивают тупо шмотки, а у нас пацаны качают кожанку, да. Поэтому очень быстро бегают, быстро отбегают до их острова, они, естественно, не успевают так быстро все делать. Все, Ансенте, кто-то у них захватил точку, это Алекс Блендер, у него более крутой шмот, чем у меня, поэтому мне надо с ним вот осторожно драться. Он убежал, видимо, решил захватить там остров. На своей части острова. У нас уже какой-то алмазный меч, если фигеть, у Блэк Шадоу есть алмазный меч. Так, у них кто-то пытается приближать. Они еще действуют как-то неслажно. У них фэдждог постоянно пытается приближать к нам на базу, это ошибка. То есть, если бы он действовал со своей командой, бегал бы. Ох, нифига себе, что он тут натворил. Это, конечно, не круто, что он сейчас сделал. Пытается тут захватить что-то. Захватываю. Зачем? Зачем он это делает? Что делает фэдждог? Он же на нашей территории просто умер. Что? Зачем он это делал? Мне кажется, у них в команде есть одно слабое звено вечдока, оно именно руинит, потому что у них по счету, если посмотреть, да, все нормально убивают. Даже вечдок нормально убивает, но вот какую-то чушь он творит в последнее время. Поэтому они не могут никак взять вверх. Это очень плохо. Так вот у них стоит. Так, валим его, валим. Так, убиваем. Так, ну, у чуваков, в принципе, очень много здесь. Ух, нифига, алмазный меч, алмазка появилась, what the fuck? What the fuck? Боже, мне кажется, они сейчас... Откуда у них такие вещи крутые? Что за дела вообще происходят? Так, тоже армор себе делал. У меня такая железка. Откуда у них там алмазка с алмазными мечами? Это жесть. Откуда у них столько очков? Они сейчас могут просто перевернуть всю игру. Как мы будем их убивать с деревянными мечами по алмазке? Это же Unreal. Это просто Unreal. Ладно, мы центр вроде бы захватили. Мы держим. Мы вроде по очкам выигрываем, но по шмоту такое чувство, что мы проигрываем. Чувак, а, это у него такой кожаный нагрудник. Я думал, это у него алмазка, лол. Мне на секунду показалось, что мы сейчас просто проиграем чуваку с алмазным нагрудником и мечом. Но алмазные мечи, конечно, появились, это жестко. Так вот, я чувака убил. Так, вот алмазный меч у этого I'm Black что-то такое, вот жесткий чувак. Там центр у нас пацаны захватывают. Ладно, потом захочу еще одну точку. Пока что все просто изи, но у пацанов появляются какие-то более крутые вещи, и это очень страшно. Страшно мне с ними играть. Бах, меня убивают, нашего чувака убили. Меня убили прям жестко.
Так, наши противники, смотрите, нападают на нас. Тут что-то жестко начинают захватывать точку. Надо бы у них отхватить точку. Одного вроде убиваю. Еще один с алмазным мечом приходит здесь на смену. Надо хотя бы доната убить. Жестко, капец. Блин, ну алмазный меч, я просто не знаю, как мне с ним драться. Прям вообще не в обороте. Они начинают прорываться реально, походу, из-за того, что вот этот баг есть с монетками, что типа ты стоишь, пока захватывают, монетку получаешь, можно несколько монеток нафармить. Вы понимаете, чуваки нафармили просто кучу монет таким образом. И теперь просто по перефарм у нас выигрывают, это жестко. И начинают брать поинты вверх. Это жесть, это как в прошлой игре вот у нас было, когда я снимал прошлый видос, мы тоже очень много надюпал монет, когда вот такие вот ситуации были. Вроде бы сейчас их отбили, но мне кажется, если они сейчас опять пятером придут, то будет просто жестко. Мы их просто не затащим. Чувак забрал монетку мою. Так, ну вот смотрите, ну фул золотая броня и железный меч прокачан. У нас либо какой-то прокачанный меч, но типа такого баланса прямо нет. Вот у них только надо какой-то слабый игрок, у него просто кожанка и золотой меч. Так, отлично, убил его. Алекс Блендер надо убить, не... А у Алекс Блендера разве не был алмазный меч? Мне показалось, что у Алекс Блендера был алмазный меч. Видимо, я ошибся, у кого-то другого был алмазный меч. Так, мы тут центр отбили, опять у нас справа кто-то захватил точку. Они начинают все больше и больше у нас точек захватывать. У нас вроде было 150 очков, а теперь, смотрите, все меняется. Все меняется. Походу, видос будет дольше, чем я думал. 250 поинтов, все-таки надолго видос. О, мне дали в этот раз монетку, хорошо. То есть, последние несколько раз мне монетку не давали. Офигеть, они вываливаются. Посмотрите, как они вываливаются. Они втроем вываливаются. У меня, конечно, шмот хороший, там железная броня, но деревянный меч, конечно. Кожаный меч, хотел сказать, да, кожаный меч, понимаете. Не о том думаю совершенно, кожаные мечи уже какие-то в голове. Так, это противник, офигеть. Я его даже не заметил здесь. Офигеть, они нападают. Надо быстрее захватить точку, которую они у нас захватили, вот этот вот бам. Что они прямолинейно нападают, не обходят никак там, не делают какие-то постройки дополнительные, так яблочки едим. Яблочки съел, монетку получил. Хорошо, хоть какие-то монетки фармлю. Потому что если они сейчас реально одинутся, лучше, будут более прокачаны, это будет реально проблема. Ну вот, ладно, у них не хоббивает, надо вообще не прокачаны, вообще монетки не получает парень, походу. Слабое звено. Да-да-да, иди дальше, не стой здесь, не стой здесь. Иди дальше, захватывай точки, братан. Помогу. Так, куда он ушел? Он никуда не ушел. Все, молодец, захватывай эту точку, не буду забирать твою монету. Все-таки моим тиммейтам тоже нужно отдавать монеты. Фух, да, жесткая фигня. Смотрите, у нас уже 119 очков, у них 30. Какого фига? Мы начинаем проигрывать. Я думал, сейчас будет изи игра, изи победа, но нет. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и это реально не круто. Так, на центре они у нас захватили здесь точку. Будет фигово, если мы с таким крутым началом сейчас еще и проиграем. Это будет как реально как в той игре. Кстати, реально пишите, ребят, в комментариях, по сколько поинтов сделать в следующий раз. Типа, по 100 поинтов делать или по 250, как сейчас. Потому что, мне кажется, на 250 поинтов игра будет реально очень долгая. Типа, я не рассчитывал на такую слишком долгую игру. Так, вот обернулся, мне показалось, что за ним кто-то стоит. Мне прямо страшно стало, знаете, в реальной жизни. Вот у вас такое не бывает. Мне просто сейчас лампочки перегорели в комнате, да, в которой я сижу. Я уже 2 дня сижу, или даже 3 дня без света в комнате. Вот, а я не очень люблю солнечный свет, поэтому я закрываю шторы. У меня здесь постоянно такая темнота, как будто бы ночь. Я сейчас записываю ролик вообще днем. Я сейчас, короче, тут очень темно. Так, чувака, выкидываем. Должны его убить. Отлично, мы убили. Иди дальше, братан. Я тут захвачу точку. Не надо вдвоем стоять на точке, потому что это никакого смысла не имеет. Все равно захватывается примерно с одинаковой скоростью. Так. Вроде бы опять начинаем их оттеснять. Меня это не может не радовать, потому что мы снова захватываем у них точки. Снова получаем... А хотя они у нас тоже захватывают, лол! Пока я захватываю у них на базе точку, они захватывают на моей базе точку. Это не круто. Это вообще не круто. Мы, получается, сейчас разменялись, да? Теперь они захватывают наши точки, я захватываю их точки. Ну, это забавно, на самом деле. Так, захватил, получаем. И мы так обмениваемся монетами с донатом. Донату вообще нужны монеты, поэтому я понимаю, почему. Захватывает точки прямо за мной. Вот этот чуваком не знаю, не смогу ли я его выиграть? Наверное, нет. Потому что у него алмазный меч, хотя... Почти, посмотрите, я почти его выиграл. У меня было меньше хп, у него был алмазный меч, я почти его затащил. Так, делаем. Интересно, дальше я смогу прокачать? Все, максимальная прокачка, я понял. Все, прокачиваю тупо в меч теперь. Офигеть, прямо около нашей базы чувак захватывает. А, это наш захватывал точку, я думаю, что это чувак какой-то захватывает. Прямо на нашей базе, так. Че со своим алмазным мечом пришел? Ну-ка, давай вали отсюда, у меня фул алмазка теперь. Фиг ты что мне сделаешь. Блин, ну опасно, конечно, они прям жестко. Смотрите, у нас реально 116 уже очков. Это жесть. Реально жесть. Чуваки реально взяли за свои руки. Ох, нифига! Он прыгает жестко, как я должен по нему попадать? Что это за заяц? Это Кондутян. Кондутян в помойку. Да боже, я из-за Кондутян теперь уже не знаю, как мне играть. Эти, блин, ее прыжки жесткие. Unreal, иди дальше, братан. Все, иди дальше, стройся там. Капец, это Кондутян, конечно, своими прыжками. Надо тоже покрасить себе прыгучить. Это на самом деле очень имбовая фигня. Я так посмотрю. Так, да, тут, смотрите, донат неплохо прокачался. То же самое, что я, только я еще в алмазке, правда. Так, ну я, кстати, их нормально бы нашел. Маска очень хороший буст дает. Кондотян бежит. Кондотян, ну-ка давай сюда.
Так, из-за того, что она прыгает, она, видимо, не шарит, как это работает. Блин, я монетку не получил за захват точки. Наши все здесь столпились, лучше дальше бежать. Я в секунду тянул, думаю, справился сам. Фух, реально битва становится очень долгой и очень напряженной, потому что что-то как-то вот я думал то, что будет easy game, но ребята взяли себя в руки и начали выигрывать. Это капец супер неожиданный момент, супер неожиданный поворот событий, если честно, ребят. Так, ну сейчас секунду тебя, наверное, не убью, у меня очень мало жизни, хотя... Вот эти прыжки ее, она с ними очень плохо, видимо, орудует. Она перестала прыгать, видите, теперь начинает на меня... У нас какие-то танцы с ней, секунду, что-то меня на танец пригласила. Девушка, можно пригласить вас на танец? Не, забавно было, на самом деле. Я пол прокачиваю меньше по максимуму. У меня, кстати, начинают кончаться яблоки. Интересно, когда они кончатся, типа, все, каранты. Но мы получаем по 10 очков, пацаны получают, ну, наши противники, не только пацаны, там еще конда есть, да, получают по 5. В принципе, есть небольшой такой балансик. Ну, не балансик, есть такой, так сказать, типа, перевес в нашу сторону. Поэтому я могу радоваться, потому что мы вроде начали опять выигрывать. Прям очень жестко алмазный меч дамажит. Прям хз, очень дикий дэмэдж какой-то. Так, донат опять получает тут монетку халявную, посмотрите на него. Бам, бам, донат, бам, бам, бам. Все, минус донат, хорошо. Кушаем яблочки, регенимся. А не забывать кушать яблочки. Так, вождок меня убил, к сожалению, я что-то по нему даже не смог попасть. Монетка у меня еще одна есть, пока что не буду ее использовать. Лучше дальше побегу, нужно больше захвата точек. Капец. Все, 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 167 очков на 55, это прямо жестко. Так, но мы, я думаю, все-таки постепенно до выиграть должны. Если, конечно, что-то не изменится. У нас тоже фулломазик еще один появился. У них уже тоже что-то появляется в хорошей броне. Мне бы, на самом деле, тоже уже одеться, получить себе алмазный меч. Мне не хватает реально алмазного меча для фулсета. И, наверное, скорости с прыжками. Скорость-то вторая у меня есть, а вот прыжочков у меня, конечно, не хватает немножечко. Хотел это получить. Ну, вождок просто меня куда-то таргетит. Он даже не захватывает свою точку, которая у него отхвачена. Ох, смотрите, нифига, он тут справа что-то захватил. Что за дела? Он тут две точки кто-то захватил. Неужели это донат делает? Донат, ну что ты делаешь, а? Да, у нас тут захватывает точки, партизан маленький, ты мой, смотри-ка, оп. Где ты твой? Ну не надо, это Алекс Блендер, ты посмотри-ка, ну он меня не выиграет, у меня алмаз как бы. У него без шансов. Ну он, конечно, хорошо сейчас нам подгадил, смотрите. Мы уже были близки в виде, но он тут бах, захватил у нас две точки, просто какой-то шпион. Так, ладно, я захвачу эти три точки обратно. Но тут захватывают точки прямо на базе, жесть. А мы у них, видимо, на базе захватываем точки, да, пока они у нас на базе захватывают. Опять какие-то качели начались в этом плане. Так, опять вот здесь точку захватывает? Ну что за фигня? Только я ее отхватил, тут ее опять захватываешь. Что за дичь? Кто ее здесь захватил? И центр у нас захватывает. У нас просто все точки захватывают. Они уже получают больше поинтов, чем мы. Они реально получают больше поинтов, чем мы. Что за дела? У меня куча монет. Я сейчас смогу себя очень жестко прокачать, думаю. Прям очень жестко себя забучу. Все, убиваю этого чувака. Ребят, захватывайте все точки, которые здесь. Я туда оставлю. Все, захватываем все точки обратно наши. Потому что мы уже должны выиграть. Все. Мы должны принести тщательный приговор. Все, максимум. Это пока не будем прокачивать, наверное. Здесь максимум. Здесь... Я уже почти фул прокачан, это круто. Фул алмазный меч на шарф, сколько? На старта. А, на стартую на откидывание. Ох ты, нифига себе, здесь меч на откидывание может прокачаться. Это круто. То есть теперь в PvP я еще смогу откидывать и выкидывать с островов. Вот это вот реально имба, вот про это я не знал. Если бы я знал, я бы реально вкачивал бы меч. Что у меча такая преимущество, это, конечно, круто. У них тоже, кстати, чувак, фул алмазки и с мечом. Судя по всему, с фул прокачанным тоже. Жесть, ну, по мне жестко дымаш. За то, что у меня не было еды. Он регенился, а я нет. Вот в этом еще проблема скорости, да? Потому что как бы, чувак может регениться на 1.12, а ты не регенишься и все. Потому что здесь фул еды, у тебя как будто бы регенерация на 1.8. Но 200 поинтов у нас осталось, 257 чуть-чуть. Так, ребят, давайте, держимся, 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 захватываем, держимся. Просто захватываем как можно больше поинтов и не даем у нас захватывать поинты, ребят. Не даем у нас захватывать поинты, ребят. Делаем все, чтобы они у нас не захватили поинты. Так, 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 здесь надо что-то придумать. Эх, не смог ее убежать. 187, что за дела? Так, окей, 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 вроде бы, ну, чуваки просто синие, вот они нереально, они сейчас купили шмот, мы сейчас примерно одинаковые по силе стали, то есть и мы, и противники примерно, ну, по силе вообще один в один, поэтому сейчас они могут как бы камбэкнуть, я думаю, что у них есть шанс, но нам нельзя им дать камбэкнуть. Данчик Барсик, почему ты до сих пор в таком дерьмовом шмоте, у нас Данчик Барсик вообще какой-то странный, уже середина игры, уже у всех противников реально почти алмазная броня, алмазные мечи, у Данчик Барсика до сих пор какая-то кожанка, к миллиардной минуты просто игры. Что бесполезный Денчик Барсик, что с тобой не так? Так, сейчас бегу сюда, нужно как можно больше захватить здесь точек. Меньше поинтов врага, нужно 250 до победы. 250 до победы, донат, пожалуйста, выйдите отсюда. Так, просто выкидываю его, держу их здесь. Держу один, держу тут толпу людей. Одного кожанчика этого, ну я почти его выкинул. На самом деле, что он не совсем улетел так далеко, как я хотел. Да, потная игра получилась. Я думал, сейчас за 10 минут быстренько сыграем. 250 очков тебе будет идти быстрее, чем 100 и 100. Типа, 2 игры по 100, думал, будет идти медленнее. Чем у Денчик Барсика только золотые ботинки. 20-я минута игры, понимаете? Денчик Барсик топ-игрок.
Просто если будете видеть его, бегите к нему быстрее в команду. В скобочках нет, наоборот. Просто ливайте с команды с Денчиком Барсиком, потому что он реально топ игрок. Так, просто смотрите, благодаря откидыванию, я просто сейчас минус кучу людей сделал, благодаря откидыванию. Реально, откидывание крутая тема. Все, минус 3 игрока. Вот сейчас, в этот момент, когда я минус 3 сделал, просто решающий. Надо просто их выкидывать, стоять. Все, мы выиграем. Все, еще минус 1. Так, нужно обрубить им весь кислород. Все, еще минус 1, хорошо. К нему спину подошла Конда Тяна, потому что прыгучесть. Должен ее убить. Я ее убил или нет? Она выжила? Жесть. Я их держу на базе, ребят, быстрее сюда. Нужно побольше очков у них захватить. Так, батчдога. Боже, что я сделал? What the fuck? Так, 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 мы почти выиграли. Прыгучесть 4, скорость 2, что? О, офигеть, можно было до максимума. Я даже не до максимума прокачал, а гильти себе еще. Офигеть, у меня, я думал, это прыгучесть 2, это оказывается прыгучесть 4. Офигеть, это прыгучесть. Блин, мы почти выиграли, если я сейчас не упал, как дурак. Все, гейм он! Мы все-таки победили. Это было на самом деле не так просто, как я думал. Вы сами видели противостояние. Было очень круто, надеюсь, вам понравилось. 5000 лайков, ребят, за это ставьте. И в следующий раз с ютубером с кем-нибудь поиграем, с Терсером, наверное. Может быть, с Аидом. Посмотрим. Ну а это все, дорогие друзья, с вами был я, Демастер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока.